В общем, Андрюха, Дэн, Кирилл, значит, смотрите, я вам сейчас покажу маленький прикольчик, как я вот грифил эту базу. Да, я возьму термин из Rust, из Майнкрафта. Вот, внимание, вот наша база, да? Вот тут вот есть еще одна база. Кстати, кто-то интересовался, я не помню кто. Вот мои настройки. Плюс у меня сейчас 44. Да, поставьте на паузу, посмотрите. Сейчас. Сейчас еще подгоню сюда водник по возможности. То есть вот смотрите, вот обнаружилась такая база, блядь. Внизу тут нет плота. Там плот есть. Где-то там вот он. Сверху. Я не знаю, где он. Я подбегаю сюда, в общем. Я ставлю вот тут вот плот, ставлю лестницу сквозь стену. Я потом покажу, как это сделать. Хотя, в принципе, и сейчас даже покажу, потому что мне все равно нужна бензопила. Так, сейчас мы ее заправим. Сейчас я порублю немножко веточек, скрафчу несколько лесен. Они мне очень нужны. Вот у меня workbench. В общем, как бы это объяснить-то? База очень четкая вышла. Очень четкая. В плане грифа. Так, сколько там на 8 досок, по-моему, на одну лестницу. 2, 4, 6, 7, 8. У меня как раз 8. Сделаем такая вот деревянная лестница. Это Wood Ladder называется. Мало ли не знал, кто из вас. Вот это вот я уже своровал у них. Тут голдишки немножко. Там то все. Шлак, шлак, шлак. Я уже часть увез на базу. Блять, да че у меня с мышкой-то, сука. Одну секунду. Я проверю DPI. Все равно она как-то дерьмо выходит. Так, тут сколько? Тут 15. Да, вообще хуево ходит. Блять, ну как это... Ну ладно, похуй, в принципе. Ставим дошки тут, сами побежим. Сейчас я вам покажу, как я вот на нее сейчас залазил. Это все сделано абсолютно мной, только что я это сделал. В общем, залазим вот так вот по лестнице туда. Вот эта лестница уже этого игрока. Это моя. Все, мы так залазим. Залазим. Тут у меня стоит мой плот, который я только что поставил. Опа, тут можно залезть? Нет. В общем, база внутри выглядит вот так. Куча дверей. Куча всякого говна, с которых пройдешь, короче. Вот, вот там вот есть ящик, который я только что вылутал. Я не стану показывать, как в него залазить. К
только это очень долго, это очень муторно. Хотя вроде бы тут можно влезть. Да, можно. Еще музей там уже оставил, ну и хуй с ним. Это все было сделано только что мной. Я надеюсь, я сейчас не сдохну, когда я только-только залезу. Виноват. Ой-ой-ой. Протекаю. А, у меня морфий есть. Надо пожирать. В общем, залез к ящику. Внимание, оружие 23 из 40, припасы 239 из 400. Блять. Сейф забитый. Не сейф, а ящик. И сука, когда я в него заглянул... Я... я просто увидел это, нахуй. Я видел 4, сука, джавелина. АС-50. Всякая хуйня. Снаряд для джавелина. Массовый. Потом брифов мало, конечно. ДМР маги. Всякая... Блять, всякая вот это... Всякая... Ну, блять. Я прям не знаю. В общем, у меня же голова, если честно, закружилась сейчас. В общем, лута, в принципе, немного. Но, сука, это 4, сука, джавелина. Это 4, сука... А это АС-50 тут одна есть. Как я тут залазил? А, вот как. Сейчас я тихонечко спрыгиваю и везу, в общем, все на базу, ребят. Потом я вам это еще расскажу, вы это посмотрите, нахуй. Все, всем счастливо.